Привет, друзья! Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы умеете строить предложения с личными местоимениями. Давайте сначала вспомним, что личные местоимения могут стоять в именительном падеже. В этом случае они отвечают на вопрос «кто?». Это такие местоимения, как «I», «you», «he», «she», «it», «we», «you», «they». Также личные местоимения могут стоять в объектном падеже и отвечать на вопросы «кому?», «кого?». Это такие местоимения, как «me», «you», «him», «her», «it», «us», «you», «them». А теперь перейдем к практике. Я студент. I am a student. Он студент. He is a student. Она студентка. She is a student. Мы студенты. We are students. Они студенты. They are students. Вы студенты. You are students. Холодно. It is cold. Десять часов. It is 10 o'clock. Это дорого. It is expensive. Ты опоздал. You are late. Я люблю яблоки. I like apples. Он купит iPhone. He will buy an iPhone. Она помыла посуду. She washed the dishes. Осенью всегда идет дождь. It always rains in autumn. Мы не говорим по-китайски. We don't speak Chinese. Они не помогут Молли.
They won't help Molly. Ты не ходил в кино вчера. You didn't go to the movies yesterday. Дай мне карандаш. Give me a pencil. Дай ему книгу. Give him a book. Дай ей стул. Give her a chair. Дай нам словарь. Give us a dictionary. Дай им ручку. Give them a pen. Я сделаю тебе подарок. I will give you a present. Какая красивая картина. Посмотри на нее. What a beautiful picture. Look at it. Это моя книга. Возьми ее. This is my book. Take it. Где Билл? Ты его видишь? Where is Bill? Can you see him? Тебе нравится эта песня? Мне она очень нравится. Do you like this song? I like it very much. Ты меня понимаешь? Do you understand me? Не могли бы вы помочь нам? Could you help us? Не разговаривай с ней. Don't speak to her. Попроси их помочь нам. Ask them to help us. Эти котята милые. Посмотри на них. These kittens are nice. Look at them. Эта машина дешевая. Он купит ее. This car is cheap. He will buy it. Где ключи? Я не могу найти их.
Where are the keys? I can't find them. Мы будем ждать вас. We will wait for you. Принеси мне стакан воды, пожалуйста. Bring me a glass of water, please. Ты знаешь Ника? Да, я работаю с ним. Do you know Nick? Yes, I work with him. Покажи нам свой новый компьютер. Show us your new computer. Вам понравился фильм? Нет, мне он не понравился. Did you like the film? No, I didn't like it. Ты взял яблоки? Нет, я не брал их. Did you take the apples? No, I didn't take them. Ты видишь те коробки? Я хочу открыть их. Can you see those boxes? I want to open them. Я хочу рассказать тебе историю. Послушай ее. I want to tell you a story. Listen to it. И на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До новых встреч!